Для меня самое святое – это религия ислама. Я сама истинная исламистка. Поэтому они продали эту истину, вот это ислама, религию ислама, эти люди продали. Вот эту продали. Мы слышали, что они продают свои жены, свои братья и сестры. Поэтому у меня вот особый счет с этими бандитами. Ну а если вам придется кого-то убить? Обязательно. Это не грех же. Мы отстаиваем свою честь и свою свободу, а это вещи святые для гурцев. Нам есть за что воевать, нам есть за что умирать. Это им не Кизляр и не Буденновск, они здесь встретят достойный отпор. Конкретная информация, что боевики хотят захватить наши села Ленинаул и Калинаул, что в 5 километрах отсюда расположился арабский легион из 600 человек.